дорогие! Вы на канале Cooking Brunch, и я его ведущая Ирина. И сегодня на моей израильской кухне я хочу приготовить блюдо из картошки. Кто очень любит картошку, но не знает, что уже из нее приготовить, это блюдо точно для вас. Блюдо интересное, так что досмотрите ролик до конца, ставьте лайки. Это помогает продвижению канала и мотивирует, конечно же, меня на создание новых интересных рецептов. Вам не сложно, а мне приятно. Итак, давайте приступать к приготовлению. И для приготовления нам понадобится, конечно же, картошка. У меня здесь 800 граммов мелкого размера. Примерно 10-12 штучек у вас должно быть. 50 граммов любого сыра, который есть у вас в холодильнике. 30 граммов сливочного масла. Одна небольшая луковица, у меня салатный, можно заменить репчатым. Один зубочек чеснока, совсем немножко зелени, у меня укроп, можете взять петрушку, это для подачи. 20 мл растительного масла для жарки. Из специй я сегодня возьму по половине чайной ложки черного молотого перца. Молотая паприка сладкая нам понадобится, тоже половина чайной ложки. А вот соли мы возьмем половину чайной ложки, когда будем обжаривать. И когда отваривать картошку, я возьму еще половину столовой ложки соли. Итак, соли два раза берем. Давайте скорее же приступать к приготовлению. Картошку высыпаем в кастрюлю. Заливаем холодной водой. Воды наливаем столько, чтобы картошка была только ею покрыта. Насыпаем соль. И варим после закипания до полуготовности. Моя картошка после закипания готовилась 15 минут до полуготовности. Хочу немножечко остановиться на времени приготовления. Вы меня часто в комментариях спрашиваете, либо даете мне советы. За такое короткое время ваша картошка не прожарится, не проварится, не пропечется. Все зависит от сорта картошки. Есть картошка, которую можно час готовить, и она будет сырая, а есть, которая варится 20 минут после закипания, и она просто раскипается. Итак, моя картошка готова, и ее пора доставать. Она должна быть мягенькая, но целенькая. На среднем огне разогреваем сковородку, наливаем растительное масло 20 мл. Сюда же отправляем сливочное масло. Даем им вместе соединиться, подружиться. И высыпаем картошку. Сразу солим, перчим, добавляем паприку и непрерывно помешивая жарим минут 5. Чтобы каждый бочок, каждая сторона обжарилась. Чесночок раздавим и мелко нарубим. Лучок режем пополам и нарезаем тоненькими полукольцами. Лучок и чесночок выкладываем на сковородку. Перемешаем. Ой, как же это пахнет! На сливочном маслице картошечка обжаренная, да плюс лучок, чесночок. Обожаю это сочетание вкусов и ароматов. Все хорошенечко перемешали. Убавляем огонь почти на минимальный. Накрываем крышкой и готовим еще 5 минут. А у нас есть время для того, чтобы натереть сыр на крупной терке. И нарежем мелко зелень. Крышку снимаем, еще разочек перемешиваем. Посмотрите, какая румяная картошечка с каждого бочка. Каждая сторона хорошо обжарилась. Лучок, чесночок тоже обжарились. Отдали свой вкус и аромат. Сейчас самое время картошечку посыпать сыром.
еще пару минут держим на медленном огне под крышкой. Посыпаем зеленью. И можем звать к столу и желать всем приятного аппетита. А я, конечно же, попробую. Возьму пару картошечек с сырком, с лучком, с зеленью. Кладу себе на тарелочку. Разрезаем. Посмотрите, картошечка мягенькая внутри. Хорошо держит форму. И очень ароматно и вкусно пахнет. Давайте скорее же пробовать. Друзья, вкус просто божественный. Картошечка прекрасно пропиталась специями, лучком, чесночком, в сливочном масле. Уверена, вы так еще не готовили. Если вам понравился мой рецепт, обязательно его приготовьте. Поделитесь им с друзьями, ставьте лайки, свои фотоотзывы. Как всегда, можете прислать мой инстаграм. А чтобы первыми узнавать о вкусных новинках на моем канале, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Я желаю всем мира и добра, всех люблю, целую и прощаюсь с вами. До новых вкусных рецептов. Всем пока-пока!